taka kurzyczka mnie żywiec. Наверное, вы уже знаете по предыдущему видео, зовут ее Кокошка. Иногда она разговаривает со мной, в основном сугубо по-кошачьи, конечно. Мурлычет что-то. Ну, вот так вот она отвечает и демонстрирует свою любовь к своему хозяину. Сегодня она очень ласкова. Вы даже не можете представить, какая она бывает, когда она не ласкова. Но сейчас, вот в вечернее время, в очередной раз, она очень ласковая кошечка. Слышите, как урчит он? Уже 12 лет уже у меня живет эта кошечка. Да, поговори со мной еще. Ну, повернись. Хорошо устроилась. И ласкает, и ласкает. Да? Принесли ее такую маленькую когда-то. Вот уже какая стала. Да. Так вот она со мной и живет. Так скажи что-нибудь. Не хочет. Только гладь ее и гладь. Даже повернуться не хочет. Наглая такая. Что? Что ты хочешь мне сказать, кошка? Вот разговаривает, да? Разговаривает. Ни слова я не понимаю, но все-таки. Да? Вот какая хорошая. Так вот, она у меня и живет, питомица моя.